Заместитель секретаря Совета безопасности нашей страны Азамат Абдымамунов выступил на открытых дебатах Совбеза ООН на тему угрозы международному миру и безопасности путем осуществления террористических актов, защита критически важной инфраструктуры. И принял участие в голосовании по резолюции ООН, направленной на предотвращение террористических нападений на важные объекты инфраструктуры. В своем выступлении Абдымамунов информировал участников мероприятия о предпринимаемых Казахстаном мерах по обеспечению безопасности и критически важной инфраструктуры страны. Особое внимание было уделено вопросам защиты стратегических объектов и кибербезопасности.